эксцентриссимо. Делать деньги из воздуха – талант немногих. В зоологическом саду Марселя практически на призраках зарабатывают. Вместо настоящих животных посетителям предлагают любоваться пластиковыми. Когда-то там жили настоящие рептилии, птицы, млекопитающие, слоны-жирафы, страусы и тапиры, лев и тигры, рядом с которыми падали в обморок впечатлительные мадмуазель, гориллы и дельфины водились. Но потом они все перебрались в зоологический музей в виде чучел и скелетов. А в зоопарке не осталось никого, потому что кормить и ухаживать было не на что. Сейчас на животных тоже тратиться никто не хочет. Так что пластиковая фауна – отличный выход. Народу и так нравится, а персонал и тонны корма не требуется. К тому же местные креативные граждане получили площадку для творчества. Розовому льву раскрасили гриву в цвета радуги. На слона натянули смокинг с бабочкой, на дельфине регату изобразили, а жирафа размалевали в духе поп-арта. Главное – смелость во всем. Российский миллиардер Виктор Виксельберг тоже из бесстрашных. Купил себе итальянскую виллу Муссолини, откуда тот отправился в Милан и встретил свою смерть. Позже в том же доме подорвался на бомбе организатор одной итальянской террористической группировки. Но верить в призраков и проклятия как-то не по-олигархически. Эксцентриссимо.